Влад, я забыл начать снимать влог. Ну, в общем, начинаем снимать влог с вот этого момента. Мы заходим с Аней в самолет. Вот наша еда. Покушать, как без покушать. Заходим. Барселона. We are going to Barcelona. А можно маски снимать? Сейчас мы ступим на барселонскую землю. Барселона приветствует тебя низкими палками. Ими же Украина с тобой попрощалась. Почем проезд? По проезд почем? До Теремков доедем? У, ребятки, все, короче, мы уже въехали. Теперь мы официально в Испании. Сейчас вам покажу свою визу. Вот, смотрите, какая красота. Барселона. И сейчас мы идем ждать мой велосипед с багажа. Смотрите, он едет. Вот он, родной. Оу, ес. Смотрите, тут еще приехала какая-то помойка. Аня, хочешь, я покажу мегарофл? Иди сюда. Бедный пацан. Ребенок не придет. Остался без самоката, пацан. На самом деле, шутки шутками, а у типа забрали самокат, ничего ему не сказали этим людям. Там была мама, папа и пиздюк. Там была мама, папа и малой, которому лет 12, меньше может даже. Вот, у них отобрали самокат, прям когда они на трап заходили. И вот они не знают, что он находится здесь, в негабаритном багаже, то есть им не сказали. И просто малой может сейчас остаться без самоката, хотя он приехал в Барселону явно кататься, вот. И как-то это вообще не прикольно. Я думаю, может где-то их увидим. Так, может, скажем? Я так что посмотрел видео, у меня есть ноги этого пацана. Я заснял его ноги. Он в красных кроссовках, и он мелкий, в серых штанах. И вот, в принципе, мы можем попробовать посмотреть. Найти пацана. Да, найти пацана. Жалко пацана. В общем, мы уже вышли из аэропорта. Я уже вдыхаю барселонский воздух полной грудью. Смотрите, пальмы сразу нас встречают. Пальмы! Там снег, мы улетали, там был снег, а здесь пальмы. Как ты прокомментируешь это? Там был снег, а здесь пальмы. Тепло, ты чувствуешь жару? Да. Как настроение? Поспать бы. Мы уже погрузились в автобус, сейчас будем ехать в центр Барселоны. Там сядем на метро и доедем до нашего отеля. Этот автобус более умный, чем я, смотрите, у нем есть USB. И сейчас я буду заряжать телефон. Мы выгрузились с автобуса, сейчас будем идти к метро. Смотрите, что мы здесь увидели. Вот такой красивый фонтан, очень, но в нем очень какая-то мутная и грязная вода. И есть подозрение, что эти голуби сидят там, хавают и срут, типа вот фонтан. И поэтому тут такой какой-то белый налет, и это, походу, голубиное говно. Архитектура тут, конечно, классная. Посмотрите просто, вот, например, вот это здание, какое прикольное. Здесь еще много везде очень велосипедов, мопедов. И машин гораздо меньше, чем у нас в Киеве.
посмотрите, какой здесь прикольный метрополитен. И, кстати, вот смотрите, можно с собаками, видите, пес пошел. С велосипедами вообще без проблем. Единственное, что станции не такие красивые, как в нашем, но сервис неплохой. На видео, я скажу на камеру просто. Снимаешь, да? Ну, ребята, в общем, приехали мы к отелю, посмотрите на наш прекрасный отель. Доехали просто замечательно, взяли такси от аэропорта, вообще без проблем доехали. Коробочку нам довезли, все хорошо. Сейчас будем заселяться и просто отдыхать, наслаждаться жизнью. Все классно. Батько наш, Бандера, Україна, мати, ми по Барселоні коробку таскати будем. Значит, ребята, лежачий обзор на наш номер. Вот у нас есть светильник, шкаф, там он двигается туда-сюда. Ну, там висит верхняя одежда, значит, дырка для вентиляции. Лампа, булки какие-то, еще один светильник. Вот я на кровати лежу, вот такая кровать, тут есть такие мягкие штучки, чтобы головой не биться, наверное. Телевизор, холодильник, мусорник, окно, пиздатый стульчик для фотосессии, который мы завалили вещами. Больше ничего нет. Ну что, ребята, идем, мы все такие красивые по Барселоне, вот я, вот моя женщина идет. Еще я вам хочу сказать, что здесь воздух такой, как весенний. Вот когда в Киеве или там, я не знаю, где-нибудь в другом городе весна наступает, вот, то чувствуется такая свежесть и какое-то как цветение в воздухе. Вот, так здесь это зимой. Сейчас такое присутствует и пахнет очень приятно и свежо. И не воняет автомобилями, потому что их значительно меньше здесь. Плюс это не какие-то евробляхи старые. Тут все машинки такие поновее, поэтому и воздух, соответственно, чище, вот. Здесь просто машины европейские, и по этой причине они меньше воняют. У нас тут потому тоже что они европейские. У нас тоже европейские, но они старые. Поэтому они уже, типа, более поебанные. Просто когда они попадают на территорию Украины, они начинают вонять. И в этом дело. А, вот оно как. Просто смотрите, куда ни посмотри, в любой дворик заходишь, там спот. Просто кота и не хочу. Здесь очень жарко, сейчас январь, смотрите, я в футболке, буквально раз в 5 прыгнул, уже в футболке, мне норм. Вот Аня тоже, она даже не прыгала, все равно сняла курточку. И сейчас мы идем ей брать байк в аренду, рентить байк, чтобы мы вместе могли кататься, чтобы не ходить пешком, а быть как велотуристы, передвигаться значительно быстрее. Всем рекомендую кататься на велосипедах по городам новым. Так можно увидеть гораздо больше, чем просто ходить пешком. И не так устаешь даже. Каким сервисом мы пользуемся? Ослиные велосипеды? Да. Donkey Bikes? Вот сейчас будем тестировать сервис Donkey Bikes и дадим вам небольшой Donkey обзорчик. Donkey Public называется. Donkey Public. Donkey Republic там, по-моему. Да, Donkey Republic. Ослиная республика, в общем. Что, там сложно регистрироваться? Ну, не очень сложно, учитывая, что можно зарегистрироваться, используя Google аккаунт, что удобно, и не приходится вводить всю свою информацию. Личную? Да. Как, сколько у тебя длина пениса? Вот это, да, вот это размер сисек, вот это все. Идем сейчас искать этот байк, его можно разблокировать просто, пока ты в радиусе. В общем, там куча точек по городу, типа точек остановок, которым надо потом вернуть байк, с которых можно его взять, и на которые их надо потом вернуть. Ну, и вон, по-моему, вон оранжевенький тот байк, это вроде оно. Такой вот ослиный велосипед. Unlock. Unlock, допустим. И шо? А ну попробую. А, вот там замок. Там, наверное, замок надо как-то. Вот он. Разблокировался.
Все, и его можно взять и поехать на нем. Все, вот сюда, внутрь ложи. Ты думаешь, нет? Да. Следующие кадры будут уже как мы едем. Красный свет, мы стоим. В общем, здесь вообще кайфово, есть велодорожки, причем на них не паркуются машины, что самое главное. И мы можем свободно ехать по велодорожке и кайфовать просто. Ощущение потрясающее. Типа просто какой-то рандомный квартал чисто выглядит как центр Кстати, Киева. Вот этот вот велосипед очень приятный в использовании, я бы сказала. То есть... Да, это правда. Так что здесь говорить? Классный велик. Посмотрите на это. Музей дизайна. Вот просто посмотрите на эту вот необычную штуку, хреновину. И вот еще на вот это здание. Но на самом деле не все так здесь хорошо, как бы. То есть город красивый, вроде чистенько, хорошо, но когда кому-то надо колесо, то он может его снять просто с рандомного велосипеда, который стоит на улице, судя по всему. Но это не совсем рандомный велосипед все-таки. Он здесь стоит уже очень долго, справедливости ради, но колесо снять могут все равно. Правда, очень мало места. Посмотрите на вот эти идеальные споты. Какой охеренный волрайд. И вот здесь вот такой же куб, причем даже еще интересней. То есть вот одна грань наклоненная, и вот вторая. Ну и, соответственно, здание какое охеренное. Люди отдыхают. Какая-то девушка стоит, фоткается. Manual зона вот. Еще кубы. Пробитый. Вон пробитый куб. Произошло пробитие. Ну и яичко. Яичко, конечно, классное. Будет очень красиво, и можно с пару ракурсов снять. Начинаю видеоохоту на попугая. Вон попугай сидит на пальме и клюет какие-то плоды этой пальмы. Чисто попугай на улице, ну ничего необычного. В следующий раз я возьму хлебушек, приманю попугаев с голубями. Вот вокруг меня будет тоже такое вот. Телефон висит. Ну, даже таксофон, можно сказать. Это, как мы выяснили, недостроенная церковь Саграда Фамилия, вроде так она называется. Но она очень большая, она просто огромная. Реально, отсюда масштаб плохо видно, но, поверьте мне на слово, она больше всех церквей, которые есть в Киеве, так точно. Ну, в России, может, там у вас это, конечно, есть побольше, но в Киеве у нас таких огромных нет. Знаете, что с другой стороны? С другой стороны пальмы и небольшой парк.
Отец и Сын Иисус. Смотри. Ребят, я мандарину первый раз в жизни буду пробовать с деревом. Только тихо, не знаю, можно, мы не знаем, можно ли это здесь сделать. Мандарину сорвал с дерева. Сейчас будем кушать. Сейчас будем дегустировать. Так. Типичная Барселона. Просто какая-то рандомная уличка. Вон подкат, даже такой двойной бэнк. И вот еще фонтанчик какой красивенький. Аня решила отдохнуть. Ребят, что мы только сегодня не делали? Но смотрите, сейчас мы едем по центру дороги, вот посредине. Это велодорожка, посредине дороги. И здесь нас никто не забьет. Хлопцы, то что, я малипучий, что, дивите, едем по бульвару, посередине бульвару едем и кайфуем. Тут пальмы, подивите, везде пальмы. Тільки тормоза у Ани какие-то в срате, а ну затормози. Ёлки-палки, китайские, наверное. Ну, что здесь смешного? Что я валиком тру себе лоб, да? Это смешно, да? Я соболезную. Я очень сожалею. Что ты находишь это смешным? И забавным. Зальёшь в сторисы. Смотрите, какая хуйня, пацаны. Пишите ваши версии, зачем это. Указал поёбана хуйня. Нахуя я взял всю хуйню с собой. Я долбоёб иду по Барселоне. Вот твой коробка, ёбка.